видите, да, где-то там, на каком-то собрании сказал, что вопрос дочки мы нужно решить. Раз мы выходим, значит, у нас вопрос не решен. А мы будем до конца, до последнего ходить, до конца, пока нам не решат вопрос. Мы, потерпевшие, по уголовному делу проходим. На нас вообще не имели по закону подавать суд. По Казакову проходит суд уже 10 лет и никак не могут его признать. А за нас сразу почему-то с течением полгода 120 семей признали, да, ворами мы стали. Мы 100% заплатившие должны как будто повторно заплатить еще раз. Почему мы должны? По законам Российской Федерации два раза ничего не оплачивается. Мы уже один раз купили, мы не должны платить второй раз. Суды вообще нас не слушают. Суды, они принимают сторону вышестоящих. Мы просто народ. Ему, видимо, приносит информацию, которая не грубо подкорректирована, да, что просто не доносит правильную информацию до нашего президента. Если бы президент знал, в чем причина истинная, я так думаю, что наш вопрос решился бы.